Так, что в лагере? Спортивный лук. Теперь композитный превращается в спортивный. Ну и, соответственно, сейчас посмотрим, что на него можно прицепить. Бронебойные. Слушайте, бронебойные стрелы. Нифига себе. Стабилизатор. Стабилизирующие грузики повышают точность полета стрелы и увеличивают наносимый урон. Для бронебойных стрел потребуется 650. Давайте стабилизатор. Или все-таки разрывные стрелы? Нет, разрывные, мне кажется, круче. Как-то смотрится. Но мы с вами идем дальше. Собираем с вами не только дневники, но и другие безделушки. Блин, куда-то я спрыгнул. Сразу такая музыка, такая мелодия. Напрягающая. О, снова с пультами возиться, да? Или попроще как-то здесь все будет. Такс. Ну, давайте. Гробница должна быть где-то внизу. С помощью этого лифта, я думаю, мы доберемся туда. Ага. Лифт застрял. Лифт застрял. Сейчас посмотрим. Карта обновлена. Обновлена. Тайник, смотрите-ка, и артефакт здесь есть. Есть плюс еще карта на всех сокровищ. Я на верном пути. Наверное. Мне нужно найти способ спустить этот лифт. Ну, наверное, вот эти же штуки нам нужно с вами отцепить. Так, подождите-ка. А что это я? Сейчас об... Все-таки здесь кнопка какая-то активна, да? Продави, продави! Нет? Не получается продавить решеточку. Ну и ладно. Ничего страшного. Вот туда мне и надо. Вот туда и надо. Хм. Блин, придется, наверное, позаморачиваться, да? Так, а что если мы сейчас с вами... Заберемся вот сюда, например. Так, и для чего? А, ну, смотрите-ка, вот эта дверь, она как раз, наверное, снутри открывалась. Отличненько. Ну, пойдем смотреть наверх, какие там доступные варианты для нас. Черт, сколько трупов здесь. Максимально, а вот дневничок еще один. Центр агенту. Точка. Тринити недоволен отсутствием прогресса. Точка. Приказ овладеть феноменом звезды. Точка. Отправляем нового агента для обеспечения успеха операции. Точка. ТЧК. Надо было читать. А не точка. Так, ну что, попробуем с вами. Ух ты, ё-моё. Сбрасываем. Отлично. Вызываем, наверное, лифт с вами на третий этаж. И, наверное, вот в том окошечке мы с вами как раз-таки и сможем сейчас что-нибудь придумать. Да, гляньте-ка, здорово. Еще и дробовик с вами можем прокачать. Здорово. Как плодотворно пока здесь все для нас складывается. Так, здесь не получится. Интересно, вот снизу. Так, туда как-то забраться можно? Или нам нужно просто еще выше поднять? Сейчас поглядим с вами. Так, это был третий, это уже четвертый. Ясненько. Вызываем с вами лифт. Пятого нет у них-то, да? Да, похоже на то. Вот смотрите, что я еще нашел. Еще один ящик с частями. Такс, а что он не падает? Ну, наверное, подтолкнуть его надо. Давайте подтолкнем. Лишняя тридцаточка. И нужно теперь... Ах ты ж, ё-моё. Вы посмотрите на это. А как нам туда пробраться-то? Вот это мне не совсем понятно.
Так, здесь никаких дыр нет. А, попробуем, знаете что, сейчас спуститься немного ниже. Да, вот видите, вроде бы как снизу мы сможем отцепить одно из креплений на этой платформе. Вот, например, здесь, да? Потому что объект был подсвечен, когда мы с вами использовали инстинкт. Вот на другой стороне. Еще один, и лифт сдвинется с места. На другой стороне то же самое. Я должна сделать. Найти себе выход. Гляньте-ка, что здесь. Так, это уже интересней. Короче говоря, нам нужно с вами спустить платформу, потом ее поднять, что ли? Так получается? Или я, может быть, что-то не совсем понимаю? Ладно, сейчас вызовем на третий, пусть спускается. Сами побежали на четвертый. Там спрыгиваем на платформу и пользуемся моментом, цепляемся ледорубом за поверхность. Наверное, вот так вот в законченном виде выглядит этот план. Постараемся сейчас его реализовать. Итак, друзья, я думаю, все готовы. Вызываем. Перезаряжаем, естественно, дробовик. Так, прыгаем. Прыгай. Отлично. И прыжок. Да, вот теперь получилось. Шикарно. Прыжочек. Слушайте, сколько всего можно сделать с помощью ледоруба. Даже разрушить, думаю, этого хватит. Такую, казалось бы, прочную конструкцию. Так, здесь вниз надо прыгать. Полетели. В самый низ. Если здесь прыгнем. Не, наверное, не выживем. Давайте чуть-чуть пониже спустимся. Итак, друзья, мои поздравления, преодолели очередную полосу испытаний. И что-то она схватила лук, это значит, поблизости где-то здесь у нас враг. И причем уже сильный, потому что видели, как быстро они гасят. Ох. Так, это что такое? Что за... Солнечный убийца! Это тотем какой-то, да, наверняка будет? Тотем. Так точно. Опаньки. Сколько их здесь? Так, ну я думаю, сейчас нужно подождать, когда они развернутся. Так. Давай-ка вот так вот. Давай-давай, взрывайся. Один готов. Следующий! Давай, вылетай! Такие звуки из-за угла. Рэп! Непонятно. Ну ладно, пока он там возится, давайте сейчас с лутом разберемся. Еще один шлем династии Джоу. Похоже, даже императорский. То есть был здесь сам император, почтил своим присутствием. Так, лови-ка золотой. Вот так вот, точнёхонько садили ему. Ларка расслабилась, значит, здесь, по идее, больше никого и нет. Так, карта обновлена в очередной раз. Вот здесь у нас, смотрите-ка, есть карта всех сокровищ. Сейчас попробуем туда забраться. Отлично. А где карта? А, вот она. Все секреты теперь у нас будут с вами отображаться. Итак, у нас здесь документ и здесь тайник. Ну так полезли тогда. Сейчас этот тайник заберем с вами. Патрончики. Ауе. А вот и тайничок там мигает. Так, а как в этот тайник пробраться-то? Что-то не совсем мне это ясно. Тут точно не пролезешь. Видите? Не пролезешь.
Нет. Она не может туда даже забраться. Хотя, вот, наверное, здесь. Ага. Видите, как на первый взгляд и непонятно. А получилось-то, что в сторону немножко надо отойти. И там будет вот этот секретный лаз. Сейчас посмотрим еще разочек на нашу схемку. Документ. Слушайте, неужели где-то мы его с вами пропустили? Сейчас посмотрим. Ну, думаю, надо вернуться. Нет, эта стена не хрупкая. Где-то здесь. Мы его упустили вроде бы. Так. Ага. Вон, глядите. Там еще что-то есть. А как нам в то место пробраться? Попробуем сейчас найти способ туда дойти. Или все-таки отсюда как-то нужно спуститься туда. Сейчас поглядим. Но нет. Так, я на месте. Эти фигуры, воины, они были в гробнице Пимика. Они ее охраняли. Это ты? Значит, ты был полководцем. Ты совершил сеппуку. Почему? Острый. Я подвел мою императрицу. Обряд был прерван. Жрица хоть и знала, что ее спасет только смерть, и покончила с собой. Теперь первая и последняя императрица Солнца всего лишь душа в разлагающемся теле. Ее гнев порождает бури, которые не утихнут, пока ее душа привязана к этой земле. Мои штормовые стражи поклялись защищать ее. Они должны продолжать, но я не могу. Душа, запертая в разлагающемся теле. Значит, вот что вызывает бури. Чтобы прекратить бури, нам нужно уничтожить тело в ритуальном зале. Как же мне убедить в этом остальных? Ну, выбираемся теперь. Попробуем как-нибудь. Ой! Тихо. По-моему, кто-то сюда и спускается. Или где они? Ребятки, вы где? Ау! А, вон, чекпоинт у нас. Дайте-ка я на всякий случай автомат. Ну все, запечатали выход, и это ловушка, по всей видимости. Твою мать. О, точка. Бежи. Там будет взрыв. Странно, что его никак не зацепило вроде бы. Тихо. Easy boys. Да... Живучий какой, а? Лови! И вам сюда еще одну. Где там взрыв-то был? Я не понял. Да я в голову вообще попал. Представляете, какие крепкие ребята. Упс. Отлично, только теперь нужно наверх забираться. Блин. Вот так подмогу здесь они вызвали. Это, наверное, не последнее.
Сейчас поиграемся. Да, есть. Отлично. Очередные ребятки. Упс. Там еще взрыв был. Пропустил, конечно, этот момент. Я вижу слева там. Если этого зацепили. Шашка вместе со мной ползет вниз тоже. Сейчас. Я вот так вот сделаю. Так, чего бы нам здесь сейчас не попрыгать? Ё-моё, чего вас так много? Ну-ка попробую сейчас так, бум. Yes. Полтинничек, это значит, не единственная жертва была. Давайте спрыгнем. Но здесь только стрелы для лука, увы. Так, сколько у вас тут? Двое, да? Мимо. И надеюсь, это были последние. Прошу прощения. Нет, это не последние. Сейчас, где ты? Где ты? Черт, я его не вижу. А, вон он ты где. Фига, незаметный. Полтинничек с него получили за точный выстрел в голову. Ну, теперь наше дело все трупы здесь обобрать. Ну и пора выбираться отсюда. Вот смотрите, целых 806 уже запчастей. Так, с этим же объектом никак нельзя взаимодействовать, да. С тем никак не получится. Неплохо, надо сказать, здесь разобрались с ними. Достаточно уверенно. Конечно, если бы так не вовремя не закончился у нас... Опс, прыжок! Если бы так не вовремя не закончились патроны на автомат, мы бы их раскидали еще быстрее. Уверяю вас в этом. Так, у меня что-то в горлышке аж запершило от такого напряжения. Поэтому у меня всегда рядом стоит чашечка с чаем. Лара! Черт, где ты? О, нет. Что случилось? На нас напали! Помоги! Господи, нет! Как нет? Да, сейчас поможем. У нас была карта сокровищ. Но здесь, по всей видимости, ничего мы и не найдем больше. Давайте сейчас попробуем с вами совершить, видимо, быстрый какой-то спуск. Здесь, конечно, можно будет сократить вот этот путь назад. Какой у нас выбор? Твою ты дивизию. Они спрятались на берегу. Почему мы туда не пошли? Отец Матиас не желает, чтобы кто-то ошивался рядом с той базой. А как же насчет Они? Ну, успокойся. Все будет хорошо. Мы найдем женщину и убьем. А потом отправимся к остальным на берег. Ужас-то какой, а? Ух ты. Да твою дивизию. Стой здесь. Стой, где стоишь. Так, этого убили. А тот... Слушайте, прям на руку нам пошел обратно. Yes. Жаль, конечно, в голову у него не получилось попасть. Но зато с одного попадания его пришили. Сейчас я сюда все-таки добегу, потому что здесь еще есть ящик с патронами для нашего автомата. Иона, помоги! Ты где? Проклятие! Держитесь, друзья, я лечу на крыльях ночи. Сейчас здесь будет пересадка у нас, да? Ох, кому-то они там, видимо, сигналят, что требуется подкрепление, и, возможно, сейчас здесь будет очень жарко. Побежали. Что-то я никого, правда, не вижу. Небось, опять симулировали нападение.